Удалось найти что-нибудь? Что они здесь потеряли? Видишь ту девицу? Вон ту. Так вот, не спускай с нее глаз. Следи за ней. Понял меня? Хорошо. Да. Где? Еду. Приглядывай за ней. Как скажешь. Ну что, тебя не взяли? Я при исполнении. Не прогоняй меня. Даже если ты убийца, даже если я никогда не увижу тебя, не прогоняй меня сегодня. Прошу тебя, не прогоняй. Прощай, Шибне. Те, кто больше не нужен, и те, кого больше не любят, отправляются в изгнание. Никто не будет наставлять их. Они изгнаны. Они вошли в этот мир, но возвращаются в ту пустоту, из которой вышли. Прощай, Тевик. Брат, отдохнем немного здесь, Тефо. Осмотрись вокруг. Тефо, Беспал ехал за нами. Ничего страшного. Мы просто поговорим. Нельзя поговорить? Понежнее. Тефо, мы поняли, ты полюбил. Но ты же видел, друг. Ты думаешь, что все еще знаешь ее? Она не пошла к ним, она осталась с нами. Если бы она пошла к ним, сейчас бы ей перерезали горло. Зачем ты, Мус, сделал укол героина? Завтра ты бы читал про трагедию, сбежавшей из дома студентки. Знаю, не дурак. Это плата за шпионаж, Тефо.
И мы оба это знаем. Они не прощают. Мы не они, брат. Вот именно. Поэтому она осталась с нами. Она доверяет тебе. Верит, что ты простишь ее. Пойду осмотрюсь вокруг. С кем ты говорила первым? Темус. Я говорила с ним. Сколько они тебе дали? Все не так, как ты думаешь. Подлая. Ты всех нас предала. Ладно, мы, но как можно так поступать с Тефиком? Он в тебя влюблен. Ты знаешь о его прошлом. Как ты могла с ним так поступить, змея подколодная? Как ты могла так поступить, тварь? Все не так, как ты думаешь. Все не так, как ты думаешь. Это тоже не то, что я думаю. Я не показывал это ТФО. Это разобьет его сердце, если он узнает. Дрянь. Читаю. Не читай. Март 2010 года. Я нравлюсь Тефику. Не читай. Он самый замкнутый из всех. Он из Анатолии. Невежда. Он не смог развить в себе ни одного хорошего качества. Он шпион команды. Убийца команды. Все время смотрит на меня. Он меня пугает. Он самое уязвимое звено. Он очень подавлен. Если предложить ему доверие, дать любовь, я легче всех смогу перетянуть его на свою сторону. Я уже начала. Он влюбится в меня за одну неделю. Какая неделя? Я влюбился с первого дня. Война, дядя. Мне придется подписать смертный приговор кое-кому. Но как? Я бы хотел спустить курок, но нет. Издалека. Спокойно. Хладнокровно. Дай мне приказ. Дай приказ, как ты это делаешь, дядя. Сначала я спускаю курок в своей голове. Я закрываю глаза. Мысленно встаю перед этим человеком. Приставляю пистолет к его голове. А потом я спрашиваю себя, заслужил ли этот человек смерть? Али, Шебнем с тобой? Да. Делай. Что сказал Изель? Что он сказал, Али? Делай. Все не так, как ты думаешь, Тефик. Не ты, Тефо, не ты! С самого начала это был я. Скажи, наконец, правду. Мы ведь не поедем в Арну. Нет, как мы поедем? Не сможем. Мы собирались открыть казино. Сказки.
Я не буду жить долго и счастливо после того, как спасу любимую от плохих парней, да? Вряд ли, Тефо. Вряд ли. Но я пытался. Не так ли, брат? Пытался. Брат. Осмотрись вокруг, Али. Сейчас они придут. Тефик, выслушай меня. Все не так, как ты думаешь. Я пошла не по своей воле. Я сглупила. Когда умер Камиль, я разозлилась на всех вас. Пошла в бар. Много выпила. Как раньше, много выпила. Потом ко мне подошел человек. Тогда я его не знала. И я пошла за ним. Хватит, Шабнем! Все не так, как ты думаешь. Меня заставили. Молодец. Ты хорошая девочка. Вот твоя награда. Меня заставляли каждый день. Ты помнишь? Ты звонил, спрашивал. Спрашивал, как ты? Я в порядке, Тефик. Как сам? Нет, я сегодня останусь дома. Буду смотреть кино. Хорошо, пока. Молодец. Вот твоя награда. Каждый день меня заставляли. Угрожали. Связывали. Запирали, чтобы я не сбежала. Меня заставляли. До тех пор. Мне стыдно, Тефик. До тех пор, пока я не перестала убегать. Твоя награда. Знаешь, каково это? Ты, конечно, не веришь мне, но я не лгала тебе. Ты не веришь, даже когда я смотрю тебе в глаза. Веришь каким-то бумагам, а моим глазам ты не веришь? Хорошо, Тефик. Не верь мне. Но я бы никогда не предавала вас. Я ненавидела того человека больше, чем вас всех вместе взятых. Тефик, они здесь! Я осталась ради тебя. Потом пошла к ним ради тебя. Он нагибался и нюхал меня. Как мне было противно! Но я осталась, чтобы все это закончилось. Осталась, чтобы они взяли меня к себе, поверили мне.
Зачем? Оставалось совсем немного. Он доверял мне. Я знаю, чего хотел Эзель. Я бы вернулась, как только разузнала это фиг. Я была очень близка. Я бы спасла любимого и жила бы с ним долго и счастливо. Нам надо уходить, Эфик, они здесь. Я не верю, Шебнем. Я пыталась, Эфик. Что я могу поделать? Я пыталась, любимый. Я пыталась. Я ведь не исправлюсь, Али. Почему ты не сказал мне? О чем? О том, что будешь кандидатом на голосование через 3 дня. А. Давай потом поговорим, хорошо? Когда это произойдет? После суда. Ты очень расстроила нас, Шебнем. Но больше всего расстроила этого человека. Ты всех нас огорчила. Знаешь, зачем мы тебя сюда позвали? Ты всех нас подвергла опасности. Ты предала нас, и не в первый раз. Поэтому теперь это касается всех. Последнее слово будет за мной. Но каждый имеет право высказаться. Азат. Азат? Здесь мы с тобой смеялись. Пили коктейль, сплетничали. Все друг другу рассказывали. Ты не была мне подругой? Я была твоей подругой. Ты не была мне подругой. Не была. Я очень хорошо знаю, что значит жить без семьи. Мне кажется, ты предала мою семью. Все, что происходит с тобой сейчас, ты заслужила. Али. Шибо, я первый понял, что ты за фрукт. Не так ли, дорогая? Ты... Ты дрянь, которая всех предает. Не так ли? Я прав или нет? А? Прав или нет? Прав. Ты прав. Да. Ты смотрела этому человеку в глаза, словно ангел. И подставила его, как последняя сволочь. Я прав? Не так ли? Так? Так. Этот человек думает, что ты любовь всей его жизни. Но сейчас... Сейчас ты скажешь ему правду. Сейчас ты скажешь, что ты не любовь, а грязь в его жизни. Говори! Ты скажешь правду! Скажешь правду моему брату! Говори! Ты фиг! Я недостойна тебя! Этого недостаточно! Ты фиг! Я... Говори! Ладно, Али, хватит. Не хватит! Она ранила моего друга в самое сердце. Не хватит!
Ты скажешь правду! Не молчи! Брат Али, не жди от меня пощады, не жди! Не жди, ты должна проявить милосердие! Ты должна проявить милосердие к моему другу! Оставь его! Освободи его! Пусть он навсегда забудет о тебе! Говори! Говори! Ладно, хорошо. Тефик, я сказала тебе неправду. Все было игрой. Все было подстроено. Все, что я говорила, было ложью. Тефик, я никогда не любила тебя. Все так, как ты хотел? Так, как ты хотел? Мы должны принять решение относительно тебя. Ты понимаешь, что это значит? Дальше ты идешь или нет? Прекрасно. Давай. Вот так. Давай, давай. Садись. Давай ключи. Сначала дайте мне выпить. Ничего не говори. ТФО. Поезжай в загородный дом.
Если у тебя нет личных дел, конечно. Еду, брат Али. Я должен ехать. Ты в порядке? Буду в порядке, когда ты вернешься. Сначала я отвезу тебя. Твой дядя Тыфик никогда не ставил меня в неудобное положение. Может, и изменилась походка? Да, изменилась. Может, у него изменился вкус? Да, немного. Вчера ночью машина была здесь. Господин? Господин Тыфик, я за вами по приказу брата Али. Ты кто такой? Где моя машина? Теперь я буду водить вашу машину, господин. Да? Да, сынок, вероятно, он стал немного высокомерным. Но Тыфо заслужил и мог вести себя так. Такие люди, как Тыфо, это не в их силах. Всегда остаются такими, какие есть. Расим, ну как ты? Как тебе? Там удобно? Что поделать? Я чувствую себя комфортнее за рулем. Не переживай, я пересяду, как только мы подъедем к ресторану. Шибо, я все понимаю. Добро пожаловать, брат. А? Я не забыл о форме Семиха. Завтра пойду в клуб и напомню. Присоединяйся, брат, если ты помнишь. Ты подготовил, не так ли? Да, конечно, все сделаю, брат. В чем дело? Так, по работе. Он зашел в ресторан. Шеф, принеси-ка нам хорошего вина. И не дай бог опозориться перед этой прекрасной дамой. Как прикажете, господин. Шибо, я буду есть так, как умею, так что не злись. Тэфо. Да, это я. Я так счастлива. Это всего лишь маленькая толика, Шибне. Еще столько всего впереди. Мне этого достаточно. Но если ты говоришь, что все еще впереди,
Я не стану препятствием. И что тебя ждет впереди? Возможно, собственный дом. Вполне возможно, мы откроем свое дело. Я хочу быть владелицей летнего курорта. Будет так, как ты захочешь, Эбнем. Тыфо станет господином Тыфиком. Ты сможешь войти в общество. Здорово. И в доме будет все, что ты пожелаешь. Велотренажер, например, я куплю тебе. У меня уже есть, я купила. И правильно сделала. Я куплю большой телевизор. Мы будем ходить, как это называется, на скачки. Будем покупать картины. На аукционах. Я стараюсь участвовать. Было бы неплохо. Картины повесим в гостиной. А еще у нас будет огромная ванная комната и джакузи будет. А в спальне будут зеркальные потолки. Маньяк. И еще детская. Это будет комната нашего ребенка. Что скажешь? Тэфик. Шибо, ты даже с этим странным ребенком справляешься. Тэфо, дорогой. Ты придешь в форму через 2 месяца, если будешь заниматься на велотренажере. Выслушай. Ты выслушай, я найму няню, ты не беспокойся. Я не хочу, чтобы ты уставала. Наш ребенок будет расти на современных ценностях. Тэфик, выслушай меня. Не хочу, не хочу, не хочу. Если выслушаю, то услышу нет. Я не хочу это слышать. Мой ответ нет. Ты знаешь, у тебя опасная работа. И я слишком молода, чтобы заводить ребенка. Слишком молода. Тогда чуть позже. Нет. Сейчас. Хочу сейчас. Я хочу, чтобы у нас был малыш. Ты серьезно? Ты фиг, ты все для меня. Ты моя семья. Да. Сейчас. Я хочу от тебя ребенка сейчас. В чем дело? Я сказала что-то не так? Я согласна. Да нет. Это слезы радости. Я никогда не плакал от счастья. Вот оказывается, как это бывает.